По крайней мере, предварительный порядок действий мне здесь ясен. Смотри. Сначала вообще мы, в принципе, достаем снайперку. В принципе, вот так вот мы ее достаем. И вот там у нас снайпер нехороший очень. Он там вот лежит, вроде как. Ему нет до меня дела никакого, да? Так, вот надо вот так отсюда как-то к нему заползти. Где-то он тут лежит. Я его видел, ребят. Вот он. Вот, но он не лежит, а стоит. Так, одного сделали. Но мне кажется, что еще какой-то другой. А, это, наверное, он и есть. Тихо, тихо, аккуратно. Меняем пушку. Встаем. И дуем за... Теперь экипировкой. То есть за аптечкой и бронежилетом. В это время наш десант весь проходит сюда в коридор. Как правило. Ну, и здесь нам уже, в принципе, не так сложно с ними справиться. Вот здесь у нас в этом закутке есть все добро. Здесь даже никаких прыжков не надо делать. Он и так заходит. Ну, вот отсюда они уже тут начинают и гранатами кидаться, и все. А нет, видишь, в этот раз нет. А в этот раз да. Стоп. Позиция хорошая сейчас. Позиция очень хорошая. Потому что они не могут докинуть до меня гранату. Вот. И при этом они открыты. Видишь? Можно до них дострельнуть. Вот еще один. Видишь, на движущейся цели вообще тут никак не ляжешь. 12 патрончиков в обойме. Сейчас он вылезет, и мы его уделаем. Отлично. Так, достреляем. Слушай, а он как-то, по-моему, по 2 и по 4 как бы за раз выстреливает. Так, и вот здесь. Вот здесь у нас все броники, шмоники валяются, как на ладони. Хорошо. Он не успел даже ничего понять. И вот теперь надо просто аккуратно. Так, вот смотри, вот сейчас вот он по мне не попадает. Не попадает. Мне бы его увидеть. Он не попадает. Пока не попадает. Так, делаем еще. Ни снизу, нет. Так, здесь никого. Попал. Он попал. Осторожно,